Сейчас в данный момент хозяин пасеки с рамок срезает крышечки. Мед уже был пчелами запечатан. И открывает доступ к сотам, чтобы имел мед возможность под действием центробежной силы вытекать. Я даже и не знал, но оказывается, его нужно откачивать с двух сторон рамки. Одну откачал, потом перевернул и на другую сторону откачиваешь. Мед полностью не выходит из рамок, частично остается там внутри. Хозяин пасеки сказал, говорит, это абсолютно не страшно, рамки ставишь на место. И пчелы продолжают собирать мед дальше в эти же рамки. Впервые в жизни не только видел, но и сам, как говорится, присутствовал и занимался откачкой меда. Параллельно уплетая за обе щеки мед в сотах. Мед-то очень быстро растворился и пошел внутрь, а вот соты очень приятно и долго было жевать. Полностью мед не отжимается, но это не страшно. Рамка толстая такая. Ох, сколько меда срезает. С крышечками. С крышечками, да, и течет, и течет. Вот сейчас переверну. Я тут на шарманке играю. Кручу шарманку, мед добываю. Интересно, сейчас все руки в меде. Липкие, липкие. Опа. Только пальчики облизывать, ну. А, такими сладкими у меня руки еще никогда в жизни не были. Вот, сейчас я покажу. Пчелы жужжат вовсю. И сейчас шарманочку заведу. Будет видно, как разгоняется центрифуга. Играет шарманка, да? Чужестранка.